нарисовала вот... Ну, коксик, зубок! Ну, посмотрите же, смотрите, вот, цветочек. Коксик, зубок! Вы что молчите-то? Вы что, уснули, что ли? Коксик, зубок! Ау! Эк, всем добрый вечерок! Здравствуй, Еноточ! Шуня, а что это ты как в лесу аукаешь, а? Кого-то потеряла? Коксика с зубком! Да? Угу. Так ведь это... вроде они тут? Да в том-то и дело, Еноточ! Они вроде тут, и вроде их нет! Не, что-то я ничего не понимаю, Шунь! Ты толком все объясни! Да что тут понимать, Еноточ? Ты сам на них посмотри, видишь? Ну, да, вижу. Зубок опять пятно на рубашку посадил. Вот, Зубок, сколько раз я тебе говорил, когда возишься со своими машинками, надевай рабочий халат или фартук, как положено настоящему мастеру. Зубок, ты что, не слышишь меня? Не слышит, Еноточ. А ты говоришь, как в лесу. Да это я до них докричаться пыталась. Да, теперь я понял. Ну ничего, Шунь, попробуем мы по-другому. Шунечка, я сегодня не зря весь вечер на кухне возился. И знаешь, что я делал? Что? Пирог с земляничным вареньем. Ой, наш любимый! Спасибо, Еноточ! Да на здоровечко. Пирог сейчас в духовке упекается. Да уже, наверное, почти готов. Чувствуешь? Чувствуешь запах? Ой, еще как чувствую. Ну вот. Так что, Шунь, пойдем его пробовать. С удовольствием. А как же коксик с зубком, а? Так ведь и они с нами пойдут. Как, пойдете пирог пробовать? С земляничным вареньем? Еноточ, если коксик с зубком не идут свой любимый пирог есть, значит, с ними действительно что-то случилось. Жунечка, ну что с ними может случиться? Вот, Еноточ, зря ты мне не веришь. Помнишь, летом Зубок прибежал и сказал, что коксик на дереве повис, когда на крыльях летел. Ты ведь тоже ему сначала не поверил. Ну да, так ведь кто ж знал, что коксик с крыши и сарая с крыльями летел. Это хорошо, что за ветку дерева зацепился, а то одними царапинами коксик не отделался бы. Но ведь ты же не поверил? Не поверил, но... А когда коксик с зубком сказали, что они на чердаке клад нашли, ты ведь тоже не поверил, так? Так, да ведь это же были старые елочные игрушки. Но ведь тетушка Матильда сказала, что это просто клад, так ведь? Так, но... А вот сейчас ты мне не веришь, что с коксиком и зубком что-то случилось. А я знаю, что... Ну-ка, и что случилось? Их заколдовали. Фу ты, Шунь! Ну что ты придумываешь? Это ж только в сказках бывает. Неужели ты этого не знаешь? Ну, я не знаю. А вдруг все-таки бывает, а? Тогда коксика и зубка надо срочно спасать. Нет, не бывает, не бы... Ой... Ой-ой-ой, пирог, он же сгорит. Вот что спасать надо. Ой, бегу. Ну вот, ушел. Придется одной коксика с зубком спасать. Я все помню, как там в сказках говорится. Так, значит, сначала надо пройти за 3 девять земель. А там... Ну, в общем, я там и разберусь. Хорошо, что дождя нет. В лесу почти все лужи просохли. Если идти по тропинке, то ноги можно не промочить. Так, правда, одной идти немножко страшно и темно уже. А вдруг заблужусь? Но ведь Еноточ мне не поверит и со мной никуда не пойдет. Эх, надо самой идти. Коксик, Зубок, не волнуйтесь, я вас тут такими истуканами не оставлю.
не слышит. Ну что ж, прощайте. Мишуня, стой! Никуда не уходи! Ура! Коксик заговорил! Ура! Ура! Я победил, победил! Ура! Ну и пожалуйста! Победил, победил, победил! Так, абсолютный рекорд Шишкиного леса! Посмотрим! А, 7 минут, 35 секунд! Молча, молча, не двигаясь! Ура! Зубку чемпиону! Ура! Коксик, поздравь меня! Я победил! Поздравляю! Фу, вовремя вернулся. Пирог удалось спасти. О, а ты, Шунь, как я вижу, коксика зубком спасла. Не совсем. Зубок так истуканом и остался. Почему это я? Я же говорю. Ну да, так. Ну, давайте рассказывайте, в чем у вас тут дело. Да понимаешь, Еноч, мы с зубком рекорд ставили. Кто дольше, не двигайся, не говоря, простоит. Я бы точно победил. Да ничего подобного. Победил бы, но тут Шуня решила нас спасать и собралась за 3 9 земель. В лес. Угу. Вот я и не выдержал. А я выдержал. Да, Зубок, такой рекорд тебе чести не делает. Ты так думаешь, Еноточ? Именно так я и думаю. А вот как ты думаешь? Я? Ну, я чемпион. Ой, нет. Я истукан бессердечный. Шунечка, ты прости меня. Я так хотел победить. Мне еще ни разу не удавалось больше 3 минут выдержать. Мне вообще-то тоже не удавалось. Знаете что, друзья? Выдержку надо не в таких вот играх проявлять, а в других делах, когда это действительно важно. Ну что, Шунечка, простила ты зубка? Простила! Мне ведь тоже надо было сначала во всем разобраться, а не бежать с бухты-барахты за 3 9 земель. Вот это ты правильно сказала. Эх, фантазерка ты. Сама все придумала, сама и поверила. Ну да ладно. Главное, что вы все поняли. Ну да, поняли. Ну что ж, тогда давайте прощаться с ребятами и собираться ко сну. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложись. Всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесах.